Челлендж очень простой. Дойти до вот того леса и обратно. Или челлендж. Здесь вот видите, там в лес. Мне надо дойти до первого дерева, с которого начинается лес, и пойти также обратно к мощине. Вот та вот вышка, в которую я просто расшел, так сказать. Вот оттуда. Я тоже хотел тогда от дерева начать, там вот лес от первого дерева. И до той вышки, но в итоге я не дошел до того леса, потому что ну и так было, в принципе, долго идти. Я даже проголодался тогда. Возможно, ну сейчас я выполню этот, так сказать, челлендж дойти от машины до леса и от леса до машины. И, возможно, я либо дойду до леса и от, ну, от машины до леса и от леса до того леса и от того леса до вот этой вот вышки, так сказать. Но я не знаю, навряд ли. Будет отдохнуть. Когда я отдыхал, я решил, короче, встать. У меня как начали ноги болеть, сейчас они ну, вот в области суставов болят, так нормально. Да. Что я весь день хожу, брожу. Это такого бывает, если я видел, как я какие-то долгие заходы делаю. Спорт, что сказать. Спорт он особо никому не интересен. Но, не знаю, можно поставить скорость видео на X, не знаю, дофига, чтобы оно было быстро. Идти вот так вот, когда я показываю на лес, или вот так вот быстро шаги, чтобы передвигались, не знаю, прикольно смотреть. Ну, как вот лес, типа, все ближе, ближе. Я не знаю, в чем смысл всего этого, но просто, чтобы вы знали. Я вообще хотел сам монтажи ускорить, типа, видео, чтобы так все было, но... Нет, это я сам можете сделать. Это типа, ну, так сказать, оригинальное видео, то есть без замедлений, ускорений. А может быть такое, то что, ну, сами в каком-то моменте, если вы ее захотите ускорить, возьмите и ускорите. Как вам будет удобно. А то мало ли какой-то момент. Ну, допустим, вы не захотите ускорить, типа, а он сам по себе там ускорил. Не, конечно, не знаю, как может не хотеться что-то ускорить, но мало ли. Ну вот сами можете типа, взять, ускорить, когда вы захотите. Но еще что-то впереди какая-то точка, будто бы это собака. Но она особо не двигается, поэтому навряд ли. Ну тогда что это? Ты-ры-ры-ры, теория заговора. А я, в общем-то, продолжаю идти. Уже вечер. Сейчас скажу, сколько время. 18:26, а мы... Получается, приехали сюда, ну, где-то в 9 утра. Там мы проснулись в 7 с чем-то там, начали собираться, все, и в итоге приехали вот сюда уже в 9. Похавали мы, получается, где-то в 12:13. И вот сейчас опять сколько? 18:26. И я вот так вот иду к лесу и обратно. Скорее всего, к машине. Я, конечно, могу идти не по такой дороге, а по вот такой. Так может быть веселее, но нет. Тупо вот по прямой. Вот. Вначале я не поздравился, потому что потом все кончается одному. Так вот, кстати, уже не бывает. Вот я уже показывал в другом видео тент. Все так вот красиво. Просто там пустота, еще вот такие вот точки стоят. Иначе вышки не называют, они по-любому как-то по-другому называются. Но по факту они вышки, потому что они высокие. Ну все. Не сильно, конечно, высокие, но нормально. Так. Вот уже машина вот там. Да. В телефоне разъезд, потому что, оказывается, существует такая вещь, как пауэрбанк. Вот. Кстати, он нормально так зарядил, думал, быстро зарядится. Ну нет. Почти до полна. Вот. What the fuck? Там какие-то малолетки заорали. Что они делают в поле? Ну хорошо, что не со стороны леса. Это было все равно. А мы продолжаем тем временем идти. Хоба, как он близко лез. Даже с этим, как он далеко. Да. Все, я хочу сделать. О, все. Обычную камеру. Камера, кстати, плавно поворачивается. Прикольно.
ты сделал движение, и она задержку поворачивается и плавно. Это прикольно. Хотя я даже не знаю, прикольно это или нет. Ну, скорее, да, потому что как бы, ну да, размыть все было. Хотя с фото вроде такого, то есть если ты вот так повернешь, что-то сфотографируешь, то все равно будет все сильно размазано. Все по пикселям будет разобрано. Ну ладно. Когда я дойду до леса, полпути будет пройден, останется идти снова до машины. Значит, я это делал, потому что я спортивный мальчик. Да-да. Если посмотреть мои предыдущие видео, они вечно были про игры. В основном. Классный я спортивный мальчик. Да, вне того, что я снимал вот эти вот тихие видео, я особо спортом да и не занимался. Не знаю, если подразумевать прогулку с собакой или... Ну, прогулка с собакой бывала вот час, где-нибудь, ну, 40 минут. Так в основном где-то по 10-20 минут гуляем. Ну, 10 это редко, может, если какая-то плохая погода. В основном я стараюсь гулять 30 минут. Ну, в принципе, я сейчас не против погулять. О, нифига себе. Интересно, смотрите, еще какая-нибудь интересная вещь. Надеюсь, наверное. Блин, лес выглядит стрёмно. Как я буду к нему приближаться, он будет стрёмней, стремнее. Потому еще темнее и темнее будет, потому что побыстрее прийти к лесу и обратно бежать. Лес это такая штука, хотел сказать, но это скорее лес посадка, вот так вот в линию. Выглядит густым вообще. Нормальным таким. Я просто не знаю его размер, потому что там... Ну там вроде дорога была. Ну короче, я не сказала бы, что сильно страшно. О, трава. Так, выбираемся. Эпично, сложно. Ой, собрался. Так, тупаем дальше. Если же какой-нибудь канавы не будет, game over. Естественно, я не ставил своим такие челленджи за 10 минут прийти к лесу. Или за 10 минут лесу и обратно, так бы я сейчас бежал. Ну, сейчас он тупо вот, тупо иду. Но не останавливаюсь. Кое-никакой из челлендж не останавливался. И пофигу, хоть вот так вот идти медленно. И вот так вот. Главное движение в ту или иную сторону, которую мне надо. Максимум, что я могу сделать, это, допустим, на сторону отвлечься, выключить запись, и потом начать новую, и потом это... программе соединить. Вот. И мы топаем дальше. Топ. Еще у меня была идея такая снять видео, знаете, какое? То есть я поставлю это телефон на окно, и там прям идеально открылся, видно солнце, видно облака, вот и все. И типа, ну, уже, естественно, вода уже что-то ускорять, что-то не ускорять, то есть, ну, не вы там будете решать, что ускорять, ну, это фигня. Чистого ролика, где вот так все, ну, не фигня, короче, да. Ну, может выключить звук, ну не, без музыки. Вот. И... Да, вот. Походу, точка, это был вот этот вот куст. Типа, чтобы я в монтаже сейчас, я, ну, вот так вот мне пойду. Видите? Куст. Да. Ух, эти кусты в последнее время не дают покоя. Так, сейчас. Так вот, все отлично. Вернул камеру в обычное состояние. Идем. Вот, хотя, чтобы, ну, не знаю, вот я в монтаже вот это все говорю, чтобы вы посмотрели, как быстро летят облака, вот это вот солнце фигачится в моем исполнении. Там отключить звук в клипе, так сказать, чтобы была тишина. Ну, а музыку часовую или там, ну, сколько будет долго видео, не знаю, как подобрать. Я, конечно, ну, не, ну, фигня, ну, не знаю. Бентежур. Продолжаем идти. Вот как близко лес. Но мы не останавливаемся. О, цветы мило. Ноги уже подводят меня. Ну, нормально, ладно. Нормально все. Не знаю, четверть пути, я думаю, уже пройдена, потому что оно где-то на середине пути к лесу. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум.
Еще раз напомню, я вот лес. Нет, я не лес, но как бы вот лес. Я к нему типа подойду. И вот где лес начинается, я дотронусь, докоснусь, вот как до того первого дерева, с которого начинается, ну, листвы. Эпично. Нафига, кстати, не знаю, но пофигу. Вот. И сам я с ним буду заходить, или там у нас хоть что-то. И все. И к машине. Ну, машину. Не знаю, при чём тут Амонгус, хотя уже две вещи были связаны с Амонгусом. Ой-ой-ой, 400 заболела. Кстати, правая нога, левая, ну, болит, именно правая сильно ещё заболела. В районе мышц. Да. Лес я уже детально вижу. Там, по идее, березка, нормально, все, зашибись. Я прям нравится куст, я еще подумал, что это заяц, а потом я быстро понял, что это куст. Довольно было хорошо, похоже на заяц, но класс. Но не особо, короче. Голова и ушки. Ну, короче, видно. Оу, сусус. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Амогус сусус. Как говорится. В простом русском народе. Блин, я сильно устал, идя к лесу, а я еще даже не возвращаюсь к машине. Черт. Топлёх. Ну ладно, 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 все. У меня будет нормальная мотивация идти к машине. А к лесу у меня такая мотивация, что, блин, а может нафиг пойти к машине? Но опять же, это потихоньку такое чувство исчезает, что я уж почти дошел. Может еще, может быть, где-нибудь 100 метров, 200, если так прикинуть, да, день 200 метров, думаю. Кстати, я недавно удалил приложение Шагомер, потому что оно говно полное, помню, нашагал, нафига шагов, или скорее набегал. И оно вообще стоило, что мне 0 шагов, потом 1 шаг, 2 шага. Ну, то есть это когда я уже сам начал шагать. Это на улице смотрел, когда шел домой. Меня так бомбило просто. Я его мгновенно удалил. Так, вот такая вот листва пройдена. Ой-ой-ой, надо не останавливаться. Дождь принесчались, ведь я не останавливаюсь. Вот. Ну вот он уже лес, все как бы. И на ладони бум-бум-бум-бум-бум-бум. Сус-сус-сус-сус. Фух-фух-сус. Можно ко всему подставить сус. Будет смешно сус. В основном сус, да. Или опору тут какой-нибудь. Вот тут будет тупо кринжово. Ну прикольно. Все выйдет. Кстати, странное выражение, почему бы и нет. То есть, как бы, допустим, почему бы Господь не воскрешил, почему бы и нет. То есть, почему бы и нет. Получается, вот это выражение говорит, что нет. Типа, почему бы и нет. То есть, нет. Но, как бы, это используется так, то, что да. Тупо так используется. То есть, нормально. Нет, да, в итоге говорят, почему бы и нет. Лично, наверное, в шоке. Это странно вообще работать, реально. Мне бесит это слово, но мне его немножко нравится употреблять. Потом я бомбил, что я его употребил. Вкинулся. Там щелит. Не-не-не, все. Я, ну, я думаю, я сейчас вот от леса и к машине, наверное, будет такое, что я от того леса все-таки пойду к столбу. А не вот там вот. И не дойдя до леса. Половину пути. Просто забыл, что да, это дофига займет. Ну вот сейчас я реально понимаю, что это дофига займет. Вот сейчас. Намного больше, да. А. Ну, реально, говорю, буст мой. Это то, что когда я уже
Туда долез, это все, у меня будет задача пойти к машине, и все. Хочу, не хочу, но как бы надо, в любом даже случае, пофигу. Надо. Нервы меня могут там посидеть, потусить нафиг, поспать. Спать не видно, чем мне еще. Спортивный мальчик. Да-да. Руки я. Они вообще руки нафиг мне они. Вот телефон держать, все. В данный момент тупо ноги работают. Тупо ноги болят, а руки вообще вот тупо. Нафиг нужен, кто заболтается сейчас. Все испытания выдерживают ноги. Просто же рука, ну что, мне на руках ходить. А ногами держать телефон. Видео само по себе остановилось. Вот. Ну сейчас я все исправил. Вот, как близко лес. Что я там говорил, сейчас не помню. Но, возможно, я говорил то, что что я боюсь леса, если там вот я уже даже через листву видел это. Фары, блин. Кстати, это, по идее, дорога, хоть и фигово. Ну, короче, когда что-то ездила, ехала. Хотя вроде нет. Может, спахивали, да. Давным-давно. Ну. Даже если была дорога, то ну, это очень давно, но не. Ну тут деревья уж какие вымахали. Фигня. Если так просто сгенерировалась мапа. Походу. Так. Ехала. Я не понял, почему у меня снова само по себе видео. Остановилось. Я уплывал до фига. Надеюсь, у меня сейчас есть свободное место. Вот, я так продолжаю стоять на месте, когда включаю запись, если я найду. Вот, надеюсь, сейчас будет все нормально. Ладно, пошли, продолжаем движение. Эх, как... Просто у меня реально какие-то проблемы с местом. Я там посмотрел, там какая-то фигня, дофига места занимает, там вроде картинки, можно перенести на карту памяти. Ну, допустим, хочу посмотреть эти картинки, фото, как их из карты памяти обратно сделать. Ну, не, ну, если можешь какие-то гайды там посмотреть, ну, задолбаюсь. Но увы, надо, и там сейчас все перемещается, я не знаю, либо сейчас все переместится, и я сразу освободится это фига место, либо сейчас постепенно. Но учитывая, что сейчас видео само по себе не закончилось, все зашибись. Так, идем. То есть я еще нафига видео удалил, которое уже выложил на ютубе, они мне просто так не нужны. Хотя то же самое было с тиктоком, потом тикток мы забанили, и все вот эти вот видео, которые я, чтобы сохранить место, удалял. Все, ну как бы и нету вообще, ну грустно. Ладно. Если думал, сегодня что-то такое произойдет, потому что YouTube, ну, более, как бы, нормальная площадка для всего такого. То есть, ну, там просто так не забанят. Да. Там, ну, вот, единственное, какие могут быть проблемы, то есть, когда они будут, потому что, когда я буду более-менее популярным, монетизация могут просто, ну, как нечего делать, снять все. Все остальное, ну, как бы, нормально. Более-менее. Почти дошел до леса. Да, все это время стоял на месте посреди поля и выяснял, что такое. Класс, ну, в принципе, почему бы и нет. Да, хоть и сильно все стоять, но, блин, я что? Нет, я только на записи буду не стоять, а постоянно ходить. На месте или просто. А так уж простите. По крайней мере, в этом признался. Так, я думаю, можно сейчас пойти к этому дереву и докоснуться до листа. Будет удобно. Так. Вот. Идем. Все, продолжение. Быстро идем, докасаемся и к машине, потому что так надо. Это потому что получается нам вот так. Стремно. Все нормально. Стрёмно немного. Там просто что-то хрустнуло. И как бы, ну, я понимаю, ветер там, ну, все равно стрёмно. Не милый, не кайф, 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 все. И теперь дурень там что-то шушит. Идит, ладно. Нормально. Ну что, листья падают, что осень. Что-то как-то громко падает. Ну, ударяется там, не знаю, ветки, что-то там, ну, да. Сейчас быстро спидраним машине. Вероятнее всего будет такое, то, что я буду уже подходить к машине, закончу запись. Вот.
Ну, короче, считать, что я дошел. Ну, просто вот так надо. Вот. Так, быстро. Быстро еще. Вот. Машины сейчас пока не видно, это не лес. Это машина, логика моя. Офигенная, гениальная. Быстро-быстро-быстро идем. Я думаю, вы поняли, уже минут 100% не будет такой, как я от того леса. На той башне нет. Вышки, пофигу, нет. Вообще 100% сейчас не будет. Что вот так вот. Все, иду. Уже машину. Ну, уже видно вам нет, но я вижу, что сейчас там-то есть. Это здесь я уже близко подхожу. Не знаю, где-нибудь на 10 метров. Ну, короче, я закончу запись. Ну, считайте, что я дошел, потому что я, наверное, как бы дошел, у меня записи. Потому что, опять же, говорю, так надо. Лес не машина, а машина это не лес. И в этой ситуации тоже логично. Долго идти. Главное, что видели машину. Ребро уже болит. Не люблю, когда оно болит. Ну ладно. Вот уже там работают фонари. Вот эти вот столбы, фонарики, так сказать, вот, освещают, хотя пока вообще полностью светло, но они решили заранее, окей, чумы, в общем-то, нет. Вот, первая высокая трава, то есть можно обойти, то есть благополучно и сделал, почему бы и нет.
Идем, идем. Крутит под ногами вот всякое. Себе есть вот эти вот соломинки, так сказать, и они вот так вот столбами, то есть стоят. И не наступая, они вот так вот хрустят, ломаются, сгинаются там. Вот они вот так вот не стоят, а просто лежат, и на них наступая, они окончательно сгинаются. Или еще, или просто бывает хрустят. Ну, бывает вообще это... Много чего бывает, но бывает, что много чего бывает. Но иногда бывает, что много чего... Не хрустит вот эти соломинки, что-то другое хрустит. Например, снег, но не в данном случае. Вот еще, конечно, тут хрустит. Может, какая-то земля, не знаю. По идее, вот это. Может, что-то подхрустывает. В основном вот это. Ничего больше не должно. Что-то летит, типа самолета. А, ну нет, ну его фиг увидишь, короче. Я сам еле увидел. Да, на камеру тем более. Да, это самолет. Ну как он туда пробегает. То пропадает, то появляется. Что иногда он вообще не мигает, не светит. Прикольно. Летит в нашу сторону. Да. Почему бы и нет? Есть. А я тем временем продолжаю идти. Иногда останавливаюсь, чтобы прислушаться, это не надо. Ну что-то американское, все, на всякий случай. Чтобы было спокойнее. Конечно, можно и без этого, но как-то я автоматически автоматически, чтобы прислушаться. Ну, только, блин. Ну, хотел сказать привычка, но как бы скорее, ну, это просто логично, не знаю. А вот так я иду, тут все хрустит шумно. А думаю, я вообще... Вот эти машины, еще к ней не вплыву, то есть еще буду вдалеке, как бы, и закончить. Ну, что потому надо так... Секрет, стоп, секрет. Вей. Опять же, я хотел сказать, что чуть не упал, но в принципе, я бы все равно не упал. То есть я наступил, она вот так вот обвалилась. Она не обвалилась вместе с моей ногой. Ну да, я могу упасть. И то по обстоятельствам. 50 на 50, считай. Ну да, тогда было бы нормально, если бы я сказала, что не упал. Ноги, конечно, уже болят прям тут нормально. Ну, логично, почему бы и нет, в принципе. Почему бы и нет? Почему бы и да? Да, машина еще далеко. Потому что я уже буду около вот этих вот столбов, я уже закончу видео. Может где-нибудь позади них, но я не впереди них. Это мало вероятно. Очень мало. И очень мало вероятно. Хотел сказать, очень мало и очень вероятно, но как бы вы поняли, что получилось. Вот это вот последняя вроде заросли, причем самые большие. И все. И время, почему где-то вот такие вот заросли, и вот. И все, уже нет этого все странности. Мистика. И какая мистика не сравнится с этой, даже геометрия мистика 100 раз хуже.
Вот это вопрос офигенно. Я даже не знаю, сказать, что мистика в 100 раз хуже, то есть, ну, как бы ужасно. Но как бы становится ужасно, что, ну, она ужасна, ну, с плохой стороны тем, то, что она много вредит, или, так сказать. Или просто мистика ужасна тем, что, ну, ее вообще нет. Но, с одной стороны, наверное, первое, потому что второе, как бы ужасно, что мистики вообще нет, как бы, в основном, хорошо, что ее нет. Хотя, смотря... кто ты во всех смыслах. Может, какой-нибудь человек, который это изучает на ютубе или просто. Я как раз тем, кто хочет, ой, ну кто не хочет мистику, иметь какое-то дело, тупо жить. Либо имей дело с мистикой, либо тупо живи. Выбирай. Скоро буду видео заканчивать. Ну, я думаю, до 15 минут максимум. И все уже. Или даже на 14 минутах. Все не преувеличиваю. Все-таки на 15-х. На 15-х максимум. За это время уже нормально подойду. Не все так просто. Кстати, именно к машине надо подойти, а не в дороге или все к чему. Не, ну хотя... Опять хотела выдвинуть, что все-таки за 14 минут. Но быстро себя остановить тем, что 15 минут это типа максимум. То есть не то, что минимум 15 минут, а максимум. То есть больше не будет. И все. Я делать мне ничего не надо. Да вот теперь вообще волнуюсь, что я могу не дойти. А типа тропинки, что ли? Тут кого-то тропинка. Вот он лес. А теперь иду обратно. Быстро довольно время, можно сказать, прилетело. Ну ладно. Но я в любом случае в 15 минут закончу видео. Ну вот уже все. Машина опять не на ладони. Так сказать. Да, точно. 15 минут или меньше я закончу. Что же я думаю, что скорее меньше. Ну да, точно. Сейчас буду уже заканчивать. Ну, короче, всем спасибо. Всем пока.